чё, меня слышишь? Приближается смерть, очень трудно не быть малодушным, но у меня не дрогнет нерв, сомнения любые мне чужды, враг решил, что это финал, ну какой же он все-таки глупый, я уже вижу его злобный оскал, сейчас он узнает, как умирает русский, даже если не кто-то захочет сказать, что я выполнил свой долг, и только мама будет знать, что по-другому я не мог. Мне не страшно остаться в бою, врагом окруженным, где стою, там и паду, но останусь непобежденным, даже если не ликвидируют меня, Гирихан или еще каких-то авторитетных командиров, то тогда уже те подразделения, которые еще слушают меня, которым могу я сказать стоп, их уже не остановить. Запрашиваю атаку с воздуха. Они будут издеваться надо мной и над моей формой. Я хочу умереть с достоинством. Хочу, чтобы все эти сволочи погибли вместе со мной. Пожалуйста, исполните мою последнюю волю. Запросите атаку с воздуха. Пожалуйста, подтвердите свой запрос. Они вокруг. Это конец, товарищ командир. Спасибо. Будет ярким новый рассвет. И подует свободы ветер. Меня больше нет, но подвиг мой вечен. И по силам сделать одному, что казалось невозможным. И будет страшно узнать врагу, что нас таких миллионы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вот альхамдулиллях поймали капера, сотрудника младшего лейтенанта полиции Магомед Нурмагомедовича. Ты дай. Да, я. Скажи, скажи. Что сказать? Работайте, брат. Даже если небо накрыло огнем, выбор мой сделан, я остаюсь. И пусть в обойме последний патрон, я умираю, но не сдаюсь.